Çağlar. Откуда начинает? Вот начало берет отсюда, в этот река, Болгара. Вот отсюда. Buradan gelsin çeksin de simit yol diye. Вот там начало реки. Дальше проходит через границу, да, из Ирана. Приходит болгарча и отсюда тут водохранилище, в котором мы вот ездили. Это водохранилище. А, да, да, вот отсюда начинается, да, то и был мост. Вот там идет отсюда до конца. Вот начинается, вот и вот там. Вот эта семья живет там одна. Они держат там ферму маленькую, коровы, овца. Ну, это для поливания себе, это река оттуда, да, это подбор сделают, чтобы поливать полей. Это специально плотину, что ли, делали когда-то? Да, да, да. Они же вот эту плотину строили. Сейчас уже там уже полна, поэтому так видится. А наши тысячи гектаров этих полей поливаются только, которые там вода собирается, и оттуда вот туда пускают. А эта плотина уже бесхозная, да? Ну, конечно. Здесь подбор сделали где-то, потом вода пускается туда, а тут там. До иранской границы рукой подать? Сколько километров? Да совсем мало остался. Мало осталось. 2-3, может 5 километров, вот так. 5 километров. Вот совсем вот даже, их даже, вот гора, да, вижу, видишь гора? Да, 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 да. Немного, да, тут? Барживе, конечно. Чак шиве, широк мол визжухом гаятере. Тебер пиликшир метрдан, Иран. Границы Чикея. Товарищи здесь на память. 1938. А в 1828 году разделили Азербайджан на южный. По-моему, Азербайджан. А самые древние времена, когда здесь поселились белосуварцы? Это известно, неизвестно? Это по истории где-то написано в 10 веке. 10 век. 10 век, да, 10 век, но еще дальше идет. Олгар живе. Когда свар дизе хизине калаган чинзем, шак Азербайджан территории инже, и прохали шагнда турна вырындан инже мар. Алла Пинчин.
А Иран территориинче ик шербинчин хозяйня свардизе галаганчин зем бурнаще. Вот чай мбек бурндай бургаль тратба. А у шинни зем ялзинче бурнаще? Ялзинче бурнаще? Азине, мили ялзинче. Ялзинче каларе, кунда и в халькарту дорх. Зине, я зине пельмень береги галама булдараймас, но кувал билесуар вырыне таганде. Шак ири давра ялзенче, сварзем бурнаш. Хазим сварзем дезе. Хазине сварзем дезе галаши. Иран территории, да, кунда территория, пойдем шпе, шоклазан, икширалы, бинчин, сварзем. Сахалма. Она чипчемеле. Межем шел зенче, кунда гизе бурнма кушлана вазем. Археолог всем чипчемен держи. Историк всем калани еще ка. Кунди вырнде ирси бураган изем, она лабах шангбек полный дезе калаза хыдарма булдараймаши. Это все-таки... Вообще-то, когда остановимся, спросим. Вдруг вот позволят вот сзади. Да. Сзади же есть задний двор. Там вообще-то можно все сделать. Главное, чтобы разрешили. А так можно да. Вообще. Там место же могли есть. Могли бы за, с утра за. У нас... Нет, это машинное масло или что-то вроде этого керосина и так далее. А я спрашиваю, это, говорю, местный самогон? Говорит, нет. Я удивлен. Бензин у нас. Бензин? Да. Местного производства? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Скорее всего. Ясно. Да. Ну, что ж, мы бензин покупать не будем. Если бы было это местное вино или анжалы ханжа, к сожалению, пока что Рамадан, у нас здесь сухой закон, ага. А потом уже посмотрим, ясно. Если все получится. Может, поехали кулать? Мы сами будем готовить. Да, черт, мы шурбе закроем делать. Да, шурбу давайте, что надо, мы дадимся. Ну, тебе остыдили, да? У нас есть котел, нам нужны дрова. Дрова будет. И место покажите, куда я котел могу поставить. Давай, побыстрее, давай. Подальше от дерева. Ага. У Мириге дубка сурух не будет. А кто будет баран резать? Будет. А кушу не чармалы им скидывала. Кумире, сурога я скузаган не была. Дядь, ты какая сурога? Нет, скузаган не. Вы даете мне фотоаппарат и забираете баран. Подождете. Агын дево шизем. Хоналанмалы, хоналанза, эшкежиге, тада баттызынязынза. Абат Базермелли, да-да, вот из-за нее хизеплемели. Парни. Парни хитрые, трекле, пятикамар, калаш выберем пятикрек, у меня так и был закрах. Может, по Кирин, всяк Черджун, какая пая, надо сидеть тогда, Иран, Иргини тут, когда ежится сеть, приди, малагай, надо сидеть. Хамжугуша Галазанде, Шутладов, Манжугуш, Шаканда, Пирин, делегация Дикини, Синзен, Шугуша, Бе, Прибехти, Шутлабшак. Шак Таганапуса, Сизенебер, Хамарганамар, Шаканда, Шержер, Пинжежу, Гала, Вырцайл, Пирин, Атянизен, Атянизен, Азанза, Зимедия, сидеть. Thank you.
сказали, что здесь есть местные жители, которые говорят, что мы являемся предками сувар. Такие же есть народ, который проживает в Иране, тоже говорят, что мы предки сувар и носят имя сувар. Знаете, Беля сувар находится в тех географиях, которые половина Беля сувара остался на Исламской Республике Ирана, а половина Республики Азербайджан. Когда Советский Союз сделал с Ираном сделал делимитацию, демаркацию границы, тогда Беля сувар остался, половина Беля сувара остался на Иране, половина остался на Советском Союзе, который вот находимся, здесь была историческая Беля суварская земля. И еще здесь жили по исторически жили белосуварцы, которые они себе как это на вашем языке сувар, которые они, да, сувар, белосувар, местный житель. Местные жители, местные жители. Белосуварцы, да, белосуварцы. Сувары. Их себе так, как говорят, именовали, да, что они сувар, белесувар, белесуварцы. А просто этногенез этого слова белесувар. Еще археологи, этнографы не, как говорят, не работали, да, в этом поле. Поэтому мы, для местных жителей еще этот термин белесувар. Еще что означает, мы еще не знаем. Просто жители, которые здесь жили, живет, местные жители, они так, как для них, них этнос суварцы. Исторически, как говорят, в архивах еще у нас нет, как говорят, большой, по-русски я очень-то не знаю, что означает это слово. Сувар, белесувар. Просто жители, которые еще говорят, что здесь жили, живет, местные жители, они себе, как говорят, носит это этноним. Да, да, носит это этноним. Суварцы. В документе, в паспорте. А в паспорте просто белесувар. Район белесувар. А у нас национальность, у нас в паспорте нет. Как сувары или турцы, или этого нет. Такого нет. Такого у нас в паспорте нет. В переписях есть такие пункты при опросах, какой национальности относится тот или иной житель данного населенного пункта? А у нас в Азербайджане все написано азербайджанцы. А мы не сувары, или не талыши, не тюрки, кюрды, просто азербайджанцы. Да, у нас республика, как говорят, толерантное население. Мы не хотим, чтобы этот талыш, я сувар, он кюрд или все. Все азербайджанцы. Ну, между собой. Между есть... собой, да, есть, которые люди есть талыши, кюрды, тюрки, сувары, авары, лезгинцы, еще. А вот по численности, сколько сувар проживает в Азербайджане и в Иране? Точные данные я, у меня нет, сколько они. По-моему, 100 или 200 тысяч, по-моему. И еще в Иранской Исламской Республике Беласуаре и еще в нашем Беласуаре. Общее количество 200 тысяч человек, да, с иранскими суварами? Да, я, это не точные, как говорят, цифры, да? Примерно. Примерно. У нас нет такого статистика, чтобы
сколько сувары, сколько живет в Иране, живет или в Азербайджане. А вот суварский язык, у них какой нет, язык? У вас, у нас конкретно одного языка, язык азербайджанский язык. Азербайджанский. На, в нашем конституции, как написано, одного языка. В Азербайджанской республике есть официальный язык, язык азербайджанский. А еще вот... сувары. Как в сувары мы говорим на азербайджанском языке? Еще в Баку такого... Шеки такого одного языка. Иранские сувары тоже на азербайджанском? Тоже, да, да. Как мы говорим? Языке разговаривают? Угусын, да. А вот традиции, обычаи, сравнивая с поволжскими суварами, есть общие черты и отличия какие? Общие черты есть, да. Есть. Еще у нас традиции... тоже как в иранском Беласваре, так и у нас. Какие? Равные традиции, которые, как говорят, у нас Навруз-Байрам, как у нас еще в Иране, как Курбан-Байрам, там и у нас тоже, Рамазан-Байрам. Это общие традиции у нас. А есть вот исследования традиций и обычаев, которые изложены в изданных документах или нет, документов. Книгах? А, книгах есть, да. Книга архивных документов, книгах есть такого. Я завтра буду, я вам дам исторические данные для Беласувара. Вы суварец? Местный житель Беласувара. Да, у нас... Вы сувар? Сувар. Мы ее забыли, и со второй раз разберемся сейчас потихоньку. Вот, пожалуйста, видите, да. Есть очень много, и что интересно, очень много таких же слов есть среди тюркских языков друг по отношению друг к другу. Поэтому, например, гвоздь. Как он на вашем языке? Гвоздь. Ходак и шига. Ходак и? Шига. Шига. Вот, гадах. Пожалуйста, гадах. Видите, гвоздь? А у нас гадах. Да, без последнего. Да. Но еще есть у нас мых, мисмар тоже и гвоздь, чиви. Гвоздь, да? Да, тоже гвоздь. Чиви а это тахтадан да. А? Чиви тахтадан да. Чиви тахтадан. Ама Türklerde çivi. Hele bizim mismar dediğimiz. Demirden olanı. Demirden olanı. Görüyorsunuz. Niye? Azerbaycani ve Azerbaycani. Sabralis. И Огузский языки. И Кыпчакский языки. И Чагатайский языки. И суварские слова. Да. И так, да, да, то есть да, у нас орман да, тоже да. есть, меша тоже есть. В Турции меша совсем другое. У нас лес, можно и орман сказать, бурман. И меша сказать. Бурман. Да, бурман. И еще может бурман. Кое-какие, бурман. Я не знаю, да. Я думаю, что все-таки тюркский мир должен заниматься, конечно, своей историей. Но у меня есть один тезис. В последнее время я его... всем распространяю, и очень многим нравится. Думаю, что понравится и вам, я стараюсь в любом случае. Думаю, что наша история, она еще впереди. Обычно говорят, история, она в прошлом, а я думаю, что наша история, она еще впереди. Я думаю, историю мы создаем... Мы должны создать историю. Я думаю, значит, только совместно. Совместно. Истина, которую несет тюркский народ, она еще не расцвела, и расцвести впереди еще... Кстати, об этом говорил и Ататюрк. Когда тюрки всего мира объединятся и дадут свет всему миру, только тогда мир поймет, что такое свет, что такое, значит, заря, и что такое вообще, как бы сказать, будущее для народа. Вот этот цветок, который будет расцветать. Вот да. Этот прекрасный цветок. Который, идея же красивая. Да, прекрасная идея. Сколько уголь там? 8? Да, 8. Да, 8 конечная звезда. Поэтому мы наши, по-братски тюрки. Поделившись, поднимаем за тюркское единство. За наши будущие. Это был политический разговор. Да. Исторический. Исторический, а политический. Конечно. Уверен, пока есть такая молодежь, как Илтимер Бей. Да, это он. У нас есть будущее. А это самое главное. Да. Ваше здоровье. Илтимер Бей.
тот, который нас снимает. Это председатель правления Союза чувашской молодежи. Еще неделя курултай и уехал через неделю после окончания курултая. Четыре недели ровно. Месяц сделал. Месяц, да. Когда я приехал в Турцию, мне сказали, ты на чувашей похож. Я сказал, а я и есть, оказывается. Просто я не знал это, я это понял только от чуваши. Так что у меня еще, кстати, слово данное они. Они уже это мать, да? Или они. Как? Они, да? У Олега есть как раз таки вот они. Они. Да, я ей обещал, да, я тогда еще не был женатым. Она мне сказала, Эльша, женишься, не приедешь ко мне. Я тебе покажу. Кстати, я ей обещал, что я обязательно приеду после женитьбы. До сих пор не получилось, но думаю, что в этом году я все-таки как-нибудь, хотя бы на 3 дня, к ней приеду. Надо сдержать слово. Потому что, если, не дай Бог, она изменит мир свой, уйдет в другой мир, и я не сдержу слова, это будет для меня вечной тягой. Обузой, да, всегда будет висеть на мне. Обещал и не сдержал. Да, обязательно. Поэтому я одно время даже, Ильтимир, я... Когда вы ехали сюда, мы начали с женой планировать, а как нам уехать вместе с вами? Детей на кого-то оставить, да, и уехать с вами, доехать до Чувашии, встретиться с Ани и по Чувашии прогуляться и обратно приехать. Если получится, обязательно. У нас место есть. Да, я знаю, как раз таки место есть. У вас есть место, у нас есть желание, остается только что возможность. Девочки. Да. 5 и 4 лет. Угу. Ваши родители живы-здравы? Нет, мы их уже потеряли как 3 года. Легли. Все, спокойной ночи, малыши. Раз полтора часа. Мингала молодчи. Похорите мингала. Ирыкаш полтора. Лайх телексем гурмала волдер. Журна, уртма вокат читре. Энергикаш. Щурман, пачахта. Паян, кайза юксе немсис мезрех шиурмала боли. Халь тагашне ширемер, шурбе ширемер хуса пазагана. Вот зене азынза, халинде иран юбалардак бар. Юбине биде бойлыбырында. Артмала тезегалар ишканде чист туза. Коробырхайран мэлэ булайд. Ранхи коник дарте.
сидеть. Тахарик тебе мигает. А? Тахарик тебе мигает. Тургаш полдыр десе? Тургаш азем. Тургаш кушынде. Чувашла галашма врендес. Ага. Тахарик тебе мигает. Тургаш полдыр. Кемин. Ургаш пулдар. Переодевает. Ургаш пулдар. Я в каларам куман вышел. Выродили к всем курдар. Курдар мар. Курар. Курар. Изер лучше всех на ментуре герер. Кутин рим. Вол, я была там еще в астерде. Кайзе вуртре. Кайзе вуртре. Дурак чибер. Кулак телексем гурмала бунда. А вот это, знаете что? Мельница, ручная мельница. Я понял. У вас было там? У нас до сих пор... Ну, у нас тоже в селениях потребляется это, да. А крыша какая тоже? Крыша специально была? Нет. Дарина баулила. Кожу закрывали. Кожу, животную кожу закрывали. Кот шашили, суча резюзе. А вот это тоже? И сыр тушлера мягкость. Кот шашили, олдуна юрю. А это значит, это авен. Специально туркам относилась. А. Поэтому вот это специально здесь вот делали, вода шла отсюда. А. Поняли вы? Вода спускала. Да. Только с туркам это относилось. Потому что, по-моему, это овен, их не или этот, который, как вот у индейцев, корова, они... Ну, я понял, это в городе было, но в городе могли и турки жить, кто угодно мог жить. И специально вода да, шла, да, понятно. Дзмун века, а это там уже дракона. Голова дракона. Вот это. Тоже, да. У вас есть какая-то книга, что... Да, мы вам дадим. Потому что если в институте очень попросили. Да, вот, мы вам дадим. Какие там экспонаты, что есть, чтобы я все принес. Да, буклет у нас есть. Да, там все. Буклет принесу. Это они нашлись такие раскрашенные, да? Сами, да. Разукрашенные.
Одна со стрелами. Да. Беля суат. Нет. Мамса, когда-то вам ты раздали, что нам лишнее, да? Пшеницу склали и в землю раскапывали землю. Оно сколько лет хранилось под землей, а не портилось. Ни пшеница, ни мука, ни масло. Понятно. Это первое на барабанный встает. Барабан. Сейчас нет. А это вот А вот это знаете что? Смотрите, вот это. Раньше же здесь только света не было. Клали сюда соломину. И отсюда свет шел. Ага. Вот вот это Огонь жгли вот этот камень. А, кремень и красава? Да. Да, вот смотрите. Ну, сторону, да, горячую. И у нас так есть. Первобытные общины строят, да, тут сделали, и огонь получалось. Вот запах, смотрите, запах есть. Да, да, да. Уже это. Кремень красава. А? Кремень красава. 150 минут от яши вырубаны. 150 лет есть. Инсанлар ишеме жалетлер, олардан хазырданы. Первые трудовые изделия из этих были изготовлены. На прабабушек нас тоже вышивали. Сказали нам, но много. Даш, да, дай Бог, чтобы больше никому такого не показывать. Рагимов. Весь мир о нем рассказывает.
Национальный герой? Да. Белясова. Это ваш Белясова? Да, да, да. А вот эти наши шевиды кончили, пошли, воевали за Родину и скончались. Последняя война, да? Да, 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 да. Нагорный Карабах, да. Да. Нагорный Карабах. Не, после этих еще много пришли шевиды. Да. Так, я могу сейчас тебе показать? Или в другом месте? Да? Да, 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 да. Наш вот директор, я сейчас позову вашего директора. Вот, смотрите. Для нас Наиля Ханум, вот этот сегодняшний день, это очень исторический день для чувашского народа. Мы уж представляем 1,5 миллиона чувашский народ. Вот 32 человека у нас мы приехали. Слово сувар, биляр, болгар. Для нас это очень святые слова. Что потому связывает что, нас? Это нас связывает. Они и для вас святые, и для нас одинаковые. Для вас это ваша родина. Вы живете, процветаете, у вас красивейший город. Когда мне сказали, что население, сколько? 50 тысяч населения? 98. Да, вот. А город такой, что там можно подумать, что гораздо больше народа живет. Мы, чуваши, являемся потомками волжских болгар. Когда-то мы жили на Кавказе, здесь. Вот само вот топонимика, да? Биляр, сувар, это как бы вот, говорит об этом. У нас в силу разных причин мы ушли на Волгу, там обосновали а город. А когда вы ушли, извините? Это значит, ушли мы в 7-х веках, да, да, в 6-х, 7-х веках. Там было, это был не одноразовый акт, скажем так, постепенно. Постепенно. Мы ушли, значит, войны же шли между арабами и хазарским каганатом, и как раз между ними попадание. И там тоже обосновали города, которые назвали также Биляр, Сувар, Болгар. Вот такие же названия. Мы живем, не знаем, да, что у нас да. В других частях тоже и есть. Вот наша столица, город Чебоксары, очень красивый город. Неоднократно он завоевывал первое место в конкурсе городов столиц субъекта Федерации России, как самый красивый город столицы субъекта Российской Федерации. Нам приходилось побеждать и Санкт-Петербург, и другие такие города. И вот самое первое упоминание о городе Чебоксары, да? Самая первая карта вообще Российской империи, она находится в Москве на Красной площади, здание военно-исторического музея. Значит, если у вас будет как-нибудь возможность там быть, обязательно идите. Эта карта сделана великим немецким путешественником, географом Герберштейном. Это большая карта на третьем этаже, насколько я помню, если не перевели. Какой сейчас. Музей? Военный исторический музей на Красной площади. На Москве. Вот. Да, на Москве. Да, и там на месте город Чебоксары, точно на том самом месте, где находится сейчас Чебоксары, он обозначил город. Стоит город и название Веде Сувар. Да. Это у нас на чувашском малые сувары. В то время это были, они назвали его. Но есть еще версия, что Веде еще это средние сувары. То есть или средние, или малые сувары. Но у нас патриоты говорят, нет, только средние, не может быть малых сувар. Сувары или только великие, но в крайнем случае средние. Но мелкие не может быть. Значит, то есть это самое первое название города Чебоксары, это Деде Сувар, которое мы сами дали. А вот марийцы, черемисы, финно-угорские народы, которые там живут, на их земле мы пришли, они этот город назвали Суваскар, город Сувазов, город Суваров. И память-то осталась как раз на чувашском Шубашкар, вот это осталось. А первичное название как-то вот так стерлось.
И вот мы хотим вам подарить книгу «Иллюстрированная история Чувашей». Это трехтомник. Первая книга, вторая книга, третья книга. Тут начиная уж с самых ранних, как только и до сегодняшнего. До сегодняшнего. Да. И тут есть раздел «Чуваши, сувары на Кавказе, за Кавказе». И упоминания вот этих местных тоже найдете. И на карте это спасибо вам, спасибо. Большое вам спасибо за то, что вы нас приняли. У вас красивейший, очень богатый музей. Богат. Очень много экспонатов. Спасибо. Здания явно мало. Спасибо, да? Нашим, да, директорам. Да, я представляю, вас еще там сколько еще, да, не могли, наверное, выставить еще. Да, хранилище. Да. Вот. Запасники. Да. Мы буквально каждую бы фотографию мы сделали бы. Но думаю, что когда-нибудь вы сделаете каталог, да? Каждый вот. Да, да, да. Каждый вот. На следующий раз, когда вы придете, у нас будет новое здание. В нашем научно-исследовательском институте языка и литературы, вот сейчас называется гуманитарный, значит, институт. Когда я сказал, что мы будем ставить столб в городе под названием Беля-Сувар, а рядом протекает река Болгар, они были в шоке. Как это так? Ранее жили. Понимаете, да? Вот то, что мы сюда приезжали, это называлось наша народная дипломатия, да? Да. Когда не государственные чиновники навязывали, а люди сами приходят, вы нас встречаете. Вы абсолютно не обязаны нас встречать. Нет, да, никто, вас не, никто не заставляет вас встречать. Нет, это наша, да, обязанность. Это вот как бы вот друг друга, мы уже знаем, что какие хорошие люди, спасибо, добрые люди. Потому что иногда газеты, журналы, что только не пишут, правильно же, да? А мы же, нет, видим. Азербайджанский приезжаем. Народ вообще, да, гостеприимный. Да, народ, конечно. Вот. Поэтому вот немного узнать и о нас тоже. Я думаю, спасибо, что найдет достойное место в вашем музее. Я, спасибо, думаю, что люди будут тоже интересоваться. Вот знать наши благодарности. Спасибо. И с просьбой, чтобы вы приехали в Чебоксары. Я думаю, раз первое название Сувары у нас, и у вас Сувары, может, какие-то уже на уровне руководителей городов, да, официальных делегаций, было бы неплохо. Мы вот дали толчок, да, мы пришли, уже вы нам приезжайте. Спасибо. Большое спасибо. Олег, не уходите, я тебя сфотографирую. Хорошо.
чтобы всем было слышно. Наш гид Адуз Нижолды. Нурайна ханым нам сейчас объяснит все, что здесь вы увидите. Она нам расскажет, она будет нашим гидом. Первое, что она нам хочет показать, это семья Гейдара Алиева, где он родился. Ему тут 7 лет. Анасы, атасы, бибисы, кардашы ва бадылары. Вы видите здесь его отца, его мать, значит, тетю, братьев и сестер. Ardılıq əslində biz də oradan burdanı, sadəcə mənim tərəfdən. Yoxdur, hardan necədir? Burdan, burdan gəl, gələ bilərsən. Его фотография 44-го года, когда он был лейтенантом и работал в Нахчиванской автономной республике. Burada artıq tələbədir Leningradda, Ali Məktəbin 950-ci ildə SSR-nin dövlət tələbəsi. 1950-м году он уже в Ленинграде, в высшей школе ККБ тогдашнего. Он вместе со своими друзьями по учебе. Лейтенант Рыза Гулу Гулиевді, бірді Хейдар Алиев лейтенантты. 1947-ci ilə və həm də ki, Рыза Гулу Гулиев onun həm yerlisi, həm də ki, dostu olub. На фотографии вы видите Гейдара Алиева с его близким другом Рыза Гулу Гулиевым, который также является уроженцем Нахчивана, это 44-й год. Здесь они молодые лейтенанты тогдашнего КГБ СССР. Artıq burada baş leytenant rütbəsi alıb və irəliləyib 1952-ci ilə Bakı şəhərində. 52-м году он уже в Баку работает, и он уже старший лейтенант. Bunlar bu papanın rütbəsini alıb 1966-cı ildir və sonrasında 68-ci ildə artıq general-mayor rütbəsini alıb Heydər Əliyev. В 66-м году он уже полковник, а в 68-м году он получает первое свое генеральское звание. Генерал-майор. Здесь на фотографиях он уже в 52-м году работает в ККБ Азербайджана, но это его гражданская форма. А в 54-м он уже со своей женой Зарифа ханым, с которой они провели долгие годы совместной жизни. Значит, Гейдар Алиев после работы в ККБ стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. И вы здесь уже видите, что он на своем посту, он объезжал все районы Азербайджана, сам лично занимался контролем производства, потребления и создания новых рабочих мест. Здесь на фотографиях вы видите, как он проверяет, значит, да, подсолнечные, это 81-й год, есть у нас такой район, Ахдаш, в своем районе, а здесь есть исторический, значит, памятник Мөмина Хатун Тюрбасы. Это святое место для азербайджанцев. В Нахчиване находится. И там шли реставрационные работы. Он сам лично контролировал эту работу. Есть очень примечательный факт, что во время Советского Союза выделялись определенные фонды для создания новых фабрик и заводов. Гейдар Алиев сумел привлечь фонд по созданию завода бытовых кондиционеров именно в Баку. И в 1974 году было открытие этого завода, который в долгое время выпускали кондиционеры БК. А в 1976 году они положили основу для нефтеперерабатывающего завода Баку, бакинского нефтеперерабатывающего завода. Дело в том, что нефть в Баку добывалась, но она очень мало перерабатывалась до конечного продукта. Под содействием напрямую самого Гейдара Алиева мы решили так в 1976 году и этот вопрос.
geldiği zaman çekilmiş, foto çekildi 1978 yılında bildiğiniz gibi. Ve siz iki stentli bir kıza hayatınızı göre burada belirleyin. Burada da ki anal yazıcıdır bizde. Evet, yazışa birliği de yükseldi. Hem de həmin ərəfədə deməli 1980-ci ildə anara dövlət mükafatı layihəsi təqdim olunub və bunu Heydər Əliyev bu təqdim edib. Гейдар Алиев во время правления всегда поддерживал людей искусства, культуры, науки. Здесь мы видим, как он вручает в связи с 60-летием юбилеем великому композитору Азербайджана Каракараеву, значит, вручает премию. А здесь мы видим уже 80-й год, когда государственная премия вручается писателю Анару, который является одновременно на данный момент председателем Союза писателей Азербайджана. Начиная с 83 года Гейдар Алиева повышают, и он становится членом Политбюро и первым заместителем председателя Кабинета министров Советского Союза. И здесь вы видите, как он выступает на Верховном Совете СССР, а здесь его рабочий кабинет. И, кстати, сфотографировали в день его рождения, 10 мая, день рождения Гейдара Алиева. Чебоксаров выступал, я слушал его. Два часа выступал без записи, без ничего. Я сидел, слушал его. Я был молодой, мне было 28-27 лет. Собирался. Так что я его видел живьем. Volovda zəhmət keçdiyi Heydər Əliyevi duz çörəklə qarşıladı. Duz çörək də dostluq rəmzidir. Volovdan da gəzib 2 iyulda 83-cü ildə Çirov Metallurgiya kombinatında olub. И как первый заместитель председателя Совмина СССР, он, опять же, как в Азербайджане, когда по районам ездил, а так по стране, здесь вы видите Вологда, да, Череповецкий металлургический комбинат, и то же самое, опять же, его там встречают хлеб и соль. Его трехдневный визит, по-моему, 30-го по 2-го визит. День Победы 9 мая 84 года, парад на Красной площади. И 85-й год, да. Кровавый событий 90-го года, в январе 90-го года. Гейдар Алиев уезжает из Москвы и переезжает в свой родной Нахичевань, и там становится председателем парламента Нахичеванской республики. И это уже 90-е годы, когда он возвращается второй раз в Азербайджан. Burada Türkiyə və Azərbaycanda Naxçıvanda Ümid Körpüsünün açılışıdır və hətta orada çıxış edəndə orada Süleyman Здесь вы видите выступление, когда первый раз между Турцией и Азербайджаном в Нахчеване была открыта граница и был создан мост. Мост назывался «Мост надежды». Посредством этого моста потом Нахчеванскую автономную республику мы смогли прервать блокаду этой республики, и из Турции пришло очень много помощи. Buradakı Naxçıvanın necə binəsi var, öz qəhrəmanlıq mübarizindən tanınır. Məhz Naxçıvan da şəhid İdris Məmmədovdan tanınır və onun orada abidəsi var. Abidəsinin açılış mərasimində iştirak edir 91-ci ildə. Значит, это открытие памятника воину славы Карабахской войны, армяно-азербайджанского конфликта İdrisu Məmmədovu 20 января 91-го года. Müharibə şəraitidir və orada Heydər Əliyev yerli, bir də ki, xarici mətbuat orqanlarına, jurnalistlərinə öz mətbuat konferansı keçirib. Məhz Azərbaycanda baş verən proseslər haqqında И уже в 93-м году Гейдар Алиев становится председателем парламента Азербайджана и сразу же дает пресс-конференцию всем мировым средствам массовой информации о ситуации в Азербайджане, о проблемах Карабаха. А здесь мы видим его присутствие на значит, Лиссабонском саммите Совета Безопасности Европейского Совета Безопасности. В 93-м году Гейдар Алиев становится первый раз президентом независимого Азербайджана. Он является третьим президентом независимого Азербайджана. Потом он переизбирается в 98-м году. И здесь вы как раз таки видите фотографии предвыборной кампании. Одно из них в Бакинском, Низаминском районе, а другое уже в городе Сумгай. Ой.
Мы, наверное, когда будем в Баку, мы сумеем вам показать нашу аллею воинов, значит, шахидов Баку. Это как раз-таки тот момент, когда аллея была создана, но там не было вечного огня для наших воинов. Это открытие того вечного огня, и открыл этот вечный огонь сам Гейдар Алиев 10 октября 1998 года. А здесь открывают парк, названный в честь имени его жены Зарифы Алиевой, 2000 год. Вообще Гейдар Алиев любил открывать новые парки. Как вы видите, и в нашем городе Беля-Сувари тоже очень все обустроено, потому что главной целью его политики было обустроить свою страну. Pamukçuluq, Qarqalı və deməli Biləsuvar rayonuna Heydər Əliyevin səfəri. Здесь как раз таки встреча с активом района тогдашнего времени. Burada artıq Biləsuvarın 98-ci ildə səfər oldu. Məcburi köçkünlər, bizdə də qaçqınlar, yəni məcburi köçkünlər var. Məhz müharibə dövründə. Видите их хижину, где были заселены вынужденные переселенцы и беженцы с Карабаха. И Гейдар Алиев участвовал на церемонии, вернее, не участвовал, а посетил их, сам лично поинтересовался их состоянием. Здесь вы видите, как он выступает перед беженцами. И тогда он дал слово, что когда будет у вас свадьба, меня позовите. И через несколько лет, как раз-таки на фотографии вы видите, его пригласили, и он все-таки встал и пришел, участвовал на свадьбе беженцев. Здесь наверху вы видите открытие новой мечети Biləsuvarskiy rayon. Mərkəzdə var. Edaf centri var. Burada artıq Heydər Əliyevin diplomları var, aldığı tərifnamələr var. Sonra vayni persiyaqası, yəni təhərrüfat. Vremeni его обучения, службы, работы, полученные им удостоверения, дипломы. Можете görüşünə gəlir, onların problemləri ilə maraqlanır. Sonra burada Olimpiya İdman kompleksi, yəni ki, buradan əvvəl orada olursunuz. Məsələn, kompleksin açılışıdır. Yine məcbur köçkünlərlə görüşdür. Bizdə bir də Azərsud var. Bəli, bəli. Onun açılışı bu qeyd olunur. Abdol Bahri Gözəl Dönü Prezidenti. Bəli. Burada nə açılır? Nə görəsə? Eymal edicidir yəqin ki, ha? Bəli, hə. Значит, Ильхам Алиев Гейдарович, он сын Гейдара Алиева покойного, он тоже, когда стал президентом первый раз, одним из первых его дел было посещение Билясуварского района. И тоже, как свой отец, он сначала начал встречаться с беженцами, занялся их обустройством. А здесь мы видим открытие того самого комплекса, где мы ночью оставались, спортивного комплекса. Здесь мы видим открытие нового перерабатывающего комбината сельскохозяйственной продукции. А это уже открытие нового пропускного пункта с Ираном. Здесь есть, потому что таможенный пункт ближайший. Открытие нового комплекса. Nəzdində dənəklərimiz çoxdur. Burada əhali ilə görüşdü. Burada yenə gördüyünüz həmin buradır. Как вы видите, это открытие как раз этого центра уже, 2013 год. Сам Ильхам Алиев приехал на открытие нового здания районного власти, центра Гейдара Алиева и других объектов. При центре Гейдара Алиева есть очень много кружков, одна из которых по танцу, и есть еще другие кружки. То есть этот центр, он не только для показа, здесь еще и молодые собираются, есть очень много работы. Для полезного использования молодежи своего времени. Здесь тот период, когда он во время Второй мировой войны оставил свое обучение и пошел на фронт. Поэтому этот факт запечатлен историками отдельно. Burada bir videorolik var. Məhz Heydər Əliyevin dünyaya səfəri, Azərbaycana səfəri, ailəsi ilə
insan için onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şefaat etmişim, bugün de fark etmişim. Ben Azerbaycanlıyım. Молодые приходили и здесь обучались национальным танцам.
Европа рекстер вар, хаб рекстер вар. Кроме того, здесь есть, конечно, и европейские танцы, и все другие, которые только можно научить. Нет, можете. Сделан по принципу мастерской ковра качества. То есть во многих регионах Азербайджана, где тут ковры, практически можно увидеть вот такое положение, где стул или вот скажем так, диванчик такой маленький для одного или двоих человек. И как вы видите, даже вот очень разные узоры уже сделаны. Этот станок, он ковроткаческий станок. Он небольшой по размеру, бывает и побольше, в зависимости от размера ковра, который планируете ткать. В этом регионе ковроткачество имеет очень глубокие корни. Вообще в Азербайджане и в тюркском мире ковер, вы знаете, это изобретение все-таки тюркских народов. Есть примерно уже по историческим данным 4 тысячелетия истории ковроткачества. Естественно, первые ковры были более примитивные, но с годами и с веками искусство ковроткачества очень сильно изменялось в лучшую сторону, техника ковроткачества улучшалась. И так как Азербайджан нужно представлять не только как республику нынешнюю, но и как великий большой народ, часть которого осталась в Иране, очень известны тебризские, это в Южном Азербайджане, Иране, тебризские, потом хойские, да, сейчас их называют иранскими коврами, к сожалению, но это именно в тех регионах, где проживают тюрки. То есть, собственно, персидских ковров нету. Это все тюркские ковры, в основном сотканные со стороны азербайджанцев. И кроме того, в нынешнем Азербайджане есть казахские ковры, кубинские, карабахские. Да, вот здесь вы видите, это орнаменты, вернее, копии тех самых ковров по регионам. И что интересно, они иногда отличаются по узорам. Иные... Да. Вот этот ковер, это значит копия просто большого ковра шейха Сафиаддина 16 века тебризского мастеров. Он по размеру не такой, конечно. Он очень большой. Я думаю, что он сейчас сохраняется то ли в Лондонском музее, где-то. Шейх Сафиаддин, по-моему, в Европе где-то. Более в Дрездене. Да, к сожалению, он не у нас. Англичане выкупили этот ковер и увезли еще в прошлом веке. Ковер очень большой, говорят, где-то с размером этого пола может быть. И он один из уникальных ковров вообще всей истории ковра, качества всего мира, не только азербайджанцев, не только тюркского мира. Ковер шейха Сафиаддина. Вот так. Жаль, что сейчас здесь нет женщин, которые умеют это делать. Они бы вам показали, как ткать этот ковер, потому что обычно они могут показывать. Да, потому что сегодня не рабочий день, обычно здесь есть. Это очень хорошая форма для неработающих людей. Уметь зарабатывать деньги. Это позволяет многим азербайджанским женщинам быть финансово независимыми в семье, а иногда даже всю семью содержать. Потому что ручные ковры, они в отличие от станковых и фабричных, ценятся, очень ценятся и имеют очень хорошую прибыльную свою. Мы тут Это не просто для показа этот кабинет. Здесь обучают девушек. Здесь каждый день проходят по курсу. Прикладным, скажем так, специальностям есть школа, кружки, должность, ставка. А здесь вы видите бракосочетание. Так, вот смотрите, здесь это все, кто бракосочетаются, ЗАГС, как бы скажем, да? Да, происходит здесь. С одной стороны садится, естественно, парень. Ну и кто сядет со мной? Молодая.
Bura bizim nikahın ağası. Ha, siz eviniz. Burada şekillerimiz var. Baksınlar. Bu da tut yani bom yes. Album. Görürler bu bezler. Ha. Bu niye zorluyor ki? Da. Есть ли в Чуваши вот такие центры молодежи? Центры для молодежи. Можем идти, пожалуйста. Какой миссии оставить в подарок? Высший класс, уровень мирового. Человек, которого примерно по здоровью здесь в шахматной школе, он занял первое место, да, впереди. Среди 11-летних шахматистов он стал чемпионом Европы. Среди своей работы. Первый, первый спортсмен, который получил право на мировой чемпионат среди 11-летних. Он Белясуварская шахматная школа. Именно шахматная школа Белясувара его. Молодец, да. Молодец. Вы можете посмотреть все стенды. Все рисунки сделаны самими учащимися. Птица Феникс. Ну это огонь, естественно. И олимпийский огонь, и огонь это отражает Азербайджан, страна огней. А в общем, это гранат. Гранат, он как бы разделяется на крупицы. Это создание, скажем так, великого народа от одного корня. Получается, Илья Суварский художник создал эмблему? Нет, как раз таки. Он просто нарисовал вторично. А создал один молодой человек. Создателем являются не Илья Суварские ребята. Да. Но? Но была эстафета огня по всей стране Азербайджану. И, естественно, Билля Сувера тоже была. К тому дню подготовили вот этот рисунок тоже. Но сама эмблема была принята задолго. Автором является один молодой человек, дизайнер. В памяти день рождения Гейдара Алиева, но в этот день проходит еще праздник цветов. Цветочный такой. Фотография, это 92-го года рождения. Ben tuzağa bir derse girdim var. Alek Bey, Ultiya, Kulaba Delegası, proşu. Sayın Hanım, od imeni naşe delegacija, delegacija Союза Чувашской молодежи, СУВА, мы назвали его, он стал подчеркивать наши корни. Наши корни общие, это Алтай, тюркские народы, тюркский каганат, гунские государства. И а нас еще ближе тут объединяет слово «сувар». Вот как потомки ворских Болгарии, сувар, нам очень приятно. Для нас ваш город – это как святое место для нас. Потому что именно отсюда корни нашей столицы, города Чебоксары, который впервые на карте обозначен как Деде Сувар. Понимаете, у вас Илья Сувар, а у нас Деде Сувар. И знак благодарности, бесконечной благодарности за ваше гостеприимство, за такой прием, как приняли нас как иностранных царей на высоком уровне, такой почет и уважение. Мы тронуты до глубины души, приглашаем вас в наш город приезжать, Чебоксары, Сувары, тоже, да, Сувары.
И ну, небольшой от нас подарок – это иллюстрированная история Чувашии, это нашего народа. Тут от самых древних и до сегодняшней тут есть и ваши местности на карте нанесены. Ну и вспоминайте про нас. Мы братья, мы вместе, и у нас одинаковые названия, да, Сувары? Спасибо. Гордитесь. Все. Ну что, последний? O da yeri vaktimiz var. Var. Merhaba. Tamam Merhaba. O da yeri vaktimiz var. Değil mi? Ha buradan değil. Oradan değil. Yani buradan değil. Değil mi? Bize her yıl 2012-2015'e göre Cenab-ı Hakk'ın sen zaten sen. Bir defa kendiler paylaştı. Siz kesin kesin. Ve her yıl 4 yıl oldu bu layihe. Her yıl bir şehir internet sesi. Bu ünvana layık gördüm. Demek Allah'a 2013'ü dedi, Azərbaycan Üçkası Gənclər Paytaxtı bir əsvə var. Bu da videorolikonla bağlı. Amma yəni bunu olar sırf gənclərin seçimi olur. Ben yani əhali bilirəm ha səs verməyəm. Səs verməyəm. Ha dur. Значит, в Азербайджане каждый год молодёжь Азербайджана выбирает 2011-2014 чаршасында. Какой год? Вот тогда у нас уже 2014. Ha. В течение 4 годов в Азербайджане, молодежь Азербайджана избирала один из городов Азербайджана на тот год. Значит, как в статусе столицы молодежи или молодежной столицы Азербайджана. И в 2013 году такой столицей был избран Билясувар. И вот сейчас то, что видеоролик нам покажет, это связано с тем годом, с теми мероприятиями, именно как столицы, молодежной столицы Азербайджана. Thank you.
Спасибо. Спасибо за презентацию. Потом в 2005 году я проходил туде всех тюркских народов, когда перед нами выступил Ильхам Алиев. И вот с каждым разом я увидел, что и Азербайджан, и Баку становится все краше и краше. Видно, что люди работают, это есть основатели и почетный председатель Союза чувашской молодежи СУВАР. Мы его так и назвали. Значит, у вас такая организация СУВАР? Да, это Союз чувашской молодежи СУВАР. Был создан в 1992 году. Я являюсь его основателем. Денен кухумларынан кимлер яшын курда? На вахчо чевле он сору. У вас предки, родственники, кто-нибудь жили вон именно для СУВАР? Наши предки, это гунские племена СУВАРов, на этих местах жили во вторых, третьих веках. Потом в 7 веке наши предки переселились в Волжскую Болгарию, на территории нынешнего Татарстана, Чувашской республики, Ульяновской области, Самары, Пензы. Обосновали город Волжские Болгары, и там были города Волга, Пиляр, Сувар, Пашель. И мы, начиная с 1990 года, в этом году уже 26 раз, каждый год выезжаем паломничество по историческим местам чувашского народа. Мы везде, где мы посещаем, вот Биляре, Суваре, Болгаре, Пашеле, мы везде ставим памятные столбы, чтобы люди знали, что здесь когда-то жили народы Сувары. Два объекта находятся здесь, в Азербайджане, в нашем районе. Река Болгар и Сувар, и Биляре. Поэтому... Azarı buradadır mı? Burayı mı? Onda bu torpağı burada hələ kilik istəyirlər eləsinlər. Eta taqda çimu, значит, поток? Бревну просто сделать или куда-то? Нет. Он, сюда. Оказывается, захоронен в Баку. Нет, сюда положено. Мы его там не сможем посетить. То есть это с одного городища сюда? Да. Тогда здесь. Здесь. Там, где вот это поставим сейчас, туда же посып. Хорошо. Хорошо. Можно чуть подальше, мы можем. Не стойте под солнце. А ты пока стул разожжешь? Все, Аллах разожжется. Чувак, это не татар, это такая редкость. Эй, Аслы дуры. Всевышний, хозяева, наши предки. Мы сюда пришли с благими намерениями. Мы хотим почтить память наших предков. Мы должны их помнить всегда. Потому что они до нас принесли нашу культуру, наш язык, наши обычаи и традиции. Они нам передали эту эстафетную палку. И мы должны уже дальше, следующим поколениям, тоже передать наши обычаи, язык, культуру, традиции, чтобы они уже дальше эту палку передавали будущим поколениям. И чтобы наш народ никогда не исчез с лица земли. Чтобы наши культуры, наши языки развивались. И мы жили в дружбе и сотрудничестве. Мы ставим вот этот столб как память о нашем пребывании и как честь, память наших предков. Когда-то старые, добрые времена, они тоже ставили столбы. Мы это знаем, и азербайджанцы ставят столбы, и алтайцы. Многие тюркские народы, у многих тюркских народов этот обычай остался. Большое, огромное спасибо руководству вашего города, района. Они самое почетное место нам выделили. Какое только можно было выбрать. Это светлой памяти Гельдара Алиева. Я имел счастье видеть его лично, слушал его выступление в Чебоксарах. 2 часа он разговаривал без единой бумажки. Цифры, факты, комментарии очень образно, литературно. Я бы тогда был впервые, видел лидера партии, лидера государства Советского Союза, который так умел хорошо, образно говорить
не заглядывая в бумагу. Вот это было первое. Я был тогда молодой, 27, мне было, может быть, 28. Вот на этом месте, с вашего благословения, разрешения, память наших предков мы поставим. И пускай и ваша молодежь, и наша молодежь будет встречаться. Я думаю, что наша встреча, она первая, но не последняя. Да? Вот, хотелось бы, чтобы ваша делегация приезжала в Чебоксары, и чтобы Беля-Сувар стал центром, тут было сказано, центром молодежи Европы. А наше пожелание, чтобы он стал центром молодежи всего тюркского мира. Это значит не только Европы, но и Азии, Евразии. Nasıl olsun da bizim kısmet olsun gereği bulalım diye deriz görecek. Normal. Değilim ne değiller. O Allah kısmet. Bakan su ders kalacak. Patlam ya. Anlar verdi. Anlar verdi. Müzika da var. Buraya. Kahve. Bu arabanın ne sürü olarak o. Abi ne olacak? Давай, давай. 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 Ну, по нашему обычаю, чтоб все уже. Одно две лопаты достаточно. Все, спасибо. Давайте сейчас уже глубже. Давайте. Уже им до шага сорваться. Татары один бедный. Ну, мы заглянули. Эй, осторожно. Но, в связи с когда меняли веру, его как инструмент, который помогал поддерживать старую традиционную веру, его старались уничтожить. Поэтому этот инструмент остался только где-то там, где вера не поменялась. Харас. Старую традиционную веру. Сувар. Чего надо?
Вот видите, как комсомольский брасок, через какое время сказалось. Мы вместе были в Олимпийце, оказывается. Оказывается? Да, да, да. Вот спрашивают. Это потом положим. Нет. Это почва, у них есть торф. Торф есть. Ага. Может, будет на берегу Волги было? Торф есть, торф. Может, знаете, да? Да, это было на берегу Волги, вполне возможно, да. Да, да. Торф есть, торф. Наверное, торф знаете. Вы сразу, да? Географ, знаете. А это в лесу, да, это торф есть, конечно. Земля из Элбичинского городища под Самарой. Под Самарой. Да. Самара, я хочу. Самарский лука. Город Самара, да. Самара, да. Ну огонь, знаете, у турков он очищает, да, поэтому нас так учили, что старики, я тоже. Не обижайте. Давайте сами. Давайте. Hadi at bakalım. İyi at bakayım. Yurat. Hadi yuban ye. Bir izi gelir. Tatlı priniye. Вот эта земля, вот эта земля из Самарской Луки, из Буйческого городища. Это был город Волжской Болгарии, один из городов Волжской Болгарии. Но даже говорят, что на этом месте еще во вторых веках еще были строения. Вот это как бы земля наших предков. Они здесь были здесь сперва, потом ушли на Волгу. Вот эта земля как бы обратно возвращается на свою историческую. Волганын сахилинден götürmüş torpaqları hemen arazilerden getiribler. Önce torpağın da tərkibinə mən baxdım, torf da var. Ben de Сейчас стол давайте. Аспарух, Манду, Изигиль, та команда, ты туда. Да. Вот, ребята, помогите, пожалуйста, вот, поднять стол. На восток. Вот так, на восток надо. Не, нормально, ладно, пульс здесь, все, давай. Восток там. Восток, да. Так, лопатами. Когда начало второй. Да, обязан. Другой агасан, да, на это что. Прям бывает мало. Yerine kadar vertikal atma var. Sağlı gali goy goy. Bu balazalardan getir buna koy. Alın be. Seyredeme burası. Bak bunu görün bu.
Да, bir uçup otursun he. Bir dakika. Tamam. Orasından biraz torpak götürecek, oraya varacaklar. O taraftan götürsün. Aha, o taraftan götürme de o kum. Dayı teyze. Vot abi. Вот дырка, нет. Как сладко, как пломбир. Олег, из каких городов земляк? Так. Ne yapmış olardı bizim bu mehtemin dışarı. Bu yine de gel. Национальный, не государственный гимн, а гимн народа, нации. Называется «Алрангайме». Там слова такие, вот пускай плуг, да, который меня пашет, никогда не сойдет с моих рук. И дай Бог, чтобы я всю жизнь пахал, сеял и убирал урожай. И дай Бог, чтобы я всегда жил с родными вместе, и вместе мы и пировали, и вместе мы работали. Ну, где-то вот так, чисто народная такая песня. Алрангайми, аги сухи, алрангайми, аги сухи, асрангайми. Эй, Асладора! Турама же! Ибергунда! Таза! Туем зембе! Азербайджан жерешине шитремер! Тав Асладурана шагында шитме вайбана жан! Халенде Асланезельзене азынза! Сувар халыхне азынза! Чөрек халыхсене азынза! Хамырын азатте азанне сене азынза, мамок мажак сене азынза, гзен мамоги мажак сене азынза, келді ватпар. Бірле бұрынасшы. Дедім, черек қалы кезен бірле бұрынасшы. Бірле бұрынза вайылесшы. Бара ебір, бірін ажасемде вайылзе малалла кайчы. Кунда келіне шоу, нихшанда, Курок пашице, ан шицианларда, шуле тагр яланах булдар. Кунди халык сем пимбада бурза шичер, бирин халык сем кунда гилде курмала булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Халинде тав дуват пар бирекет сейлне, хуназ хужазене. Кузык тав. Тав зире. Тогда халенде хамыр незельзене азынза шак юба жине парне парат бар. Грубатня гаражи. Так, у нас ежегодно вот во время таких паломничеств молодые люди, да, девочки и мальчики, которые вступают в Сулар, они принимают чувашские имена еще. То есть устав нашей организации, он актом вступления ряды союза чувашской молодежи Сувар является участие в этом паломничестве. И кто участвует, тот получает название такое чундаш, вот такая такая хаджи, как у вас, у мусульман. И они вот, просят разрешения принимать чувашские имена.
20 дугур. Ага. 20 дугур. Ангыр, ангыр. Юнажа тарар. Так, малышын. Эйбе. Чуваш, амрыгызин, савар, бирлежин, кенемай. Чуваш, амрыгызин, савар, бирлежин, кенемай. Чувашлай, яд, еженатов. Чувашлай, яд, еженатов. Ятно. Пинесу. Пинесу. Синерби. Хивельби. Хивельби. Финерби. Финерби. Идеала. Ебезыр, ирик парад. Ирижада, манзангайр. Хошвырында, эзер, еженатор, жакеда. Пирин энергии авалги саварзень вырынизем жагында. Мы разрешаем вам принимать эти чувашские имена. Очень красивые имена. Пинерби – это означает тинь, тысяча, одна из тысячи. Пинеслу тоже одна из тысячи. Хивельби – это значит солнцеподобное. Хивель, генеш. Принимаем вас, ряды Союза чувашской молодежи Сувар. Никогда не забывайте, на каком святом месте вы вступили в ряды Сувар. Выйдете замуж, да, ваша цель, за чуваша, да, вырастить сыновей, дочерей, чтобы они тоже говорили на чувашском языке. Рассказывайте им, как галу принимали, в каком месте, рассказывайте, как нас хорошо встретили. Если в газетах, в журналах, на телевидении будут говорить, что на Кавказе, там ее убивают, там ей страшно, туда не... Вы скажете, мы там были, сами видели. Прекрасные люди принимают как царей иностранных, да, нас, делают все возможное. Дай Бог нам сами будут так принять, сможем ли мы еще. Вот всем это рассказывайте об этом. Молодцы, вы уже ходите, значит, танцевальный коллектив, вы уже работаете на благо чувашской культуры, вы уже являетесь послами чувашского народа во всем тюркском мире. И ваша первая дипломатическая работа – это Сувар. Вот вас такими запомнили. Тарыгай, Алхайбурна. Кайран, Кайран, скажи. Ага, скажите слово. Мы еще раз приветствуем вас исторической земле нашей, родной земле, Филосуар. Мы очень рады. Рады вас видеть здесь. Приветствуем вас от руководства Филосуварского района, от главы исполнительной власти, от всего нашего коллектива, от всего нашего населения Филосувара. Мы благодарим вас за вашу поездку, эту благородную миссию, за эту благородную миссию. Мы думаем, что эти связи еще продолжится, это не будет последней поездкой, и продолжится наши связи. Это содействует главную миссию, которую вы хотите, чтобы продолжить, чтобы эти традиции жили, чтобы эти, наши поколения, наше будущее поколение, сегодняшнее будущее поколение не расставались со своим корнем. Наоборот, чтобы укреплялись эти связи, чтобы передавались эти обычаи, традиции наши, туркские. Может, мы недостаточно были ваши услуги, но может, у вас не хватало... Передайте привет вашему городу, вашим чувашским народам. Там живут, вы рассказали нам, что азербайджанцы, которые там, азербайджанские общины, там... В Татарстане живут. Да, да. Чуваши тоже? Чуваши тоже, да. О них не слышали, а я все время говорю. Передайте привет всем, вашим родным, близким, всему населению. Наши приветствия. Спасибо, обязательно передадим. Спасибо.
Общую фотографию давайте. Мы обнимаем наших предков. Uşaklar bir de arkadan çekiler. Bir de arkadan çekiler. Bir de dağdan çekiyor. Bayrağımız var işte. Bunlar. Ben size biraz daha ömür. Tamam evet. Hadi. Çok sağ ol. İnşallah yine görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Часть пяти этажного дома обвалилась. 40 человек осталось, говорят, под завалом. Старые все. Спасибо. Едем? Да. Вот это и есть главный результат. Результат отличный, уже селфи.